мимо, прикинь. Ха-ха-ха, вот я буду знать. Здесь неплохо прям стоишь и стреляешь в него. Так, следующий удар грома. Так, ладно. О, есть одно ранение. Так, теперь пониже. Этот прям может на меня так нахлобучивать, смотри. Не знаю, получится у него или нет. Да, не получилось, чувак. Не повезло. Так, следующий. Бомбардирчик, армада. Ох, это тоже такой танк. Всем привет, ребятки, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру Hills of Skill. Ну что ж, давайте поиграем, схватка с боссом. Выберем наш танк, я предлагаю взять вот этот, наш любимый танк, Титан. И отправляемся, ребятушки, в бой. Так, играем мы в летней локации. Даже я бы сказал, что это даже не летние, а джунгли. Нифига, мы нормально здесь будем стоять? Мы его щелкнем, ребята. Тихо. На, раз, два, три. Ой, хорошо. Хорошее место. Танки глупые. Стоят. Так, это посложнее немножко будет. Ладно, сейчас мы его тоже щелкнем. Ага, это сейчас начнет ракетками фигачить. Да, он ракетами. Вообще нехорошее место. Вообще нехорошее. Так, а ну-ка. Видишь? Он меня только ранит. На! Что тебе дает удары? О! Подлетел сюда. На, получай. Будешь знать, как подлетать близко прям. Подсел прям. Так, легион пошел. Угу. Легиончик. Ох ты! Ты оттуда будешь стрелять там? Давай сюда подлетай. Так, давайте попробуем. Есть удар. Так, нет, не попал. Второй раз удар. Есть, третий удар, и он уничтожен. Босс наш. Следующий босс будет стрелять. О, это нехороший. Надо, наверное, тоже вперед проехать. Да. На. Вот так я буду стоять, если тебе стрелять. Ой-ой-ой-ой, нифига. Как он меня так откинул, ребята? Ладно, подождем здесь. Пусть едет к нам поближе. Нет, он не может доехать. Вот такой вот крыса такая вот стала там. Не в хорошем месте. На, получай, отдыхай. О, поехали наши вертолетчики. Гонец ада. Гонцы наши. Ладно, сейчас мы отъедем подальше. Найдем какой-нибудь выступ. Вот здесь, например. И тебя сейчас щелкнем. На, удар. О, что-то у него там начало гудеть. Все-таки выступы здесь не... Видишь, пустыни там, они высокие холмы, а здесь они маленькие. Ладно, дальше сейчас поедем. Вот этот посложнее вертолетчик. Бомбардир. Вот этот стреляет прям вот этими ракетами вонючими. Ладно. Давайте подлечимся сразу. Эй! Ты забрал мою лечилку? Гад, смотри, гад. Так, все отдал. Вот так вот бывает, ребят, я вообще не ожидал, что он упадет на вертолет. На, все, готов наш вертолет. Будет лазерная пасть или нет? Да, едет вот лазерная пасть. Сейчас я тебя щелкну. А в принципе я в хорошем месте стою, все. Ждем его. Где он там? Что-то я не... А, вот все едет. Ах, мимо. Так бы я в тебя щелкнул. Так, начинаем здесь стрелять, да? Чё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, это нехорошее место, ребята. Будем здесь стоять и выщелкать. На, получай, лазерная пасть. Сколько с тебя еще мне запустить ракеток? Ух ты, мимо, прикинь. Ха-ха-ха, вот я буду знать. Здесь неплохо прям стоишь и стреляешь в него. Так, следующий удар грома. Так, ладно. О, есть одно ранение. Так, теперь пониже. Этот прям может на меня так нахлобучивать, смотри. Не знаю, получится у него или нет. Да, не получилось, чувак. Не повезло. Так, следующий. Бомбардирчик, армада. Ох, это тоже такой танк нехороший.
Ладно, сейчас. О, есть попадание. Ой, хорошо. Так, это что такое получается? А-а-а! На! Гад, а, гад. Так, ух ты! Все, убили, уничтожили его. Ты видел, я прям в ракету стрельнул. Так, легион. Давай. Угу, мимо. Мимо. Да что такое, ты где там? Ты где там едешь? Ты где там едешь, слушай, чувак? Ты что, не поднялся еще? Да, он еще не поднялся, видимо. Не знаю. Где он там застрял? А, вон он, смотри, стоит. Дурачок. Ну давай, давай, стой. Я тебя отсюда постреляю. Хорошо. Тихо, тихо. Ну ты давай, танк, давай быстрее. Ну, вообще, смотри. Мощи не хватает у танка моего. Так, сейчас здесь подъедем. И отсюда будем стрелять. Так, есть. Сейчас раскачаемся. А, мимо. Где же ты там, а? Слушай. Да, я посмотрю. Ты что, там перевернулся, что ли? О, начал стрелять, смотри. А что тебе там? Хорошо ехать, да? Вот, получай теперь. Уничтожили мы его. Бомбардир. Кнут. А, кнут, не бомбардир этот. Будут стрелять своими штуками вонючими. О, поехал, поехал стрелять. На, не нужна мне твоя бомбочка, забери ее себе. Так, а ну-ка, здесь мы попадаем в него или нет? Он там тоже, что ли, застрял, получается? Ну, ребята. Прям очень молодцы, что вы там застреваете. Я вас сейчас здесь буду щелкать. Есть попадание. Так, а ну-ка. Мимо. Ой, хорошо. Готов. Что-то долго я тебя стреляю так. Ладно, давай подъедем немножко. Не знаю как. Не, нехорошая эта идея была подъезжать. Но нехорошая. Я в него попасть не смогу. Ладно. Будем отсюда стрелять с тебя. Есть, готов. Так, и сейчас у нас будет... да, летит вот первый. Первый вертолет, ребята, гонец ада летит. Так, не успел. Не успел, не успел. Сейчас будем искать какое-нибудь место хорошее. Чтобы танк можно было поставить повыше. О, летит как, а? Вот, вот в этом месте, в этом месте неплохо. Раз, два, три, четыре. Все, готов. Давайте, ребята, следующий во мне там, этот вертолетчик. А вот он летит. Чувак, бомбардирчик. Раз, два. Так, давай еще раз. Раз. Два. Ах, ты чё так? Да ё-моё, смотри, он меня как ранил. Угу, мимо. Давай, давай, лети сюда. Раз. Два. Так, кто первей, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как нехорошо. Как нехорошо всё-таки, у меня уже жизни. Жизни мало, не знаю, могу ли я. Тебя уничтожить, гада. Мимо. Да что ты так не летишь, а? Давай нормально лети. Так, раз. Ну все, он меня уничтожил. Гад, 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 гад. Ладно. Сколько монет мы заработали? Давайте посмотрим. 780, ну да, как обычно. Обычно мы 780, ребята, мы это самое и зарабатываем. Угу. Ну что, давайте приобретем тогда крушитель Луны за 7000. Все открыли. Денег у нас нету. Так, но зато мы можем... Тут кто-то обновлялся, давай посмотрю. А, вот этот, баллиста. Все, уровень повысили. И авиаудар повысим.
Так, а мы что, возьмем? Давай, может, маленький, самый маленький танк возьмем. Здесь, ну давай вот этот возьмем, попробуем. Поехали на Луне. На таком танке маленьком. О, чувак, я прям тебе залез прям на тебя. О, нифига здесь. Вот это да, вот это у меня ядерное оружие какое. Так, готов. Вот это теперь. Готов. Дальше едем. На Луне. Мы, ребята, на Луне. Что у нас здесь? Карта какая интересная. Монетки соберем. Ух ты. Тихо. Так, вот этого тебе надо щелкнуть. Раз. Два. О-о-о. Луноходики. Все, открыли мы наконец-то эту карту. Денег копили кучу. Наконец-то накопили. Смотри, а у меня танк такой мощный. Я смотрю. Маленький, но здоровье у него крепкое. Броня мощная. Так, и значит, что у нас там? Пасть? Лазерная пасть? Да, вот он босс. Лазерная пасть. Интересно, а второй босс тоже будет лазерная пасть? То бишь, постоянно лазерная пасть будет? Так, где ты там? Лазерная пасть, а? А вот ты едешь. Ох ты, прям у меня стреляет. Смотри, какой хитрый, а? Какой хитрый. Какой хитрый танк. Ладно, я тоже хитрый. Уничтожили мы его. Молодцы, молодцы. Сейчас подлечимся как раз. Так, 600 монет у нас уже. И будем зарабатывать, ребята, на новые красотушки. Давайте я вам огонь с воздуха пущу. О, ядерный взрыв, прикинь какой. А вы что, живы остались? Я тут этот ядерный взрыв вам пускал сюда, на Луне. А они не хотят отдавать Луну. Потому что знают, что мы здесь всех завоюем. Так, едем дальше. На, получи. Будем всех с одного удара гасить. Если получится, то, конечно. На, держи. Готов. Следующий. Тихо, тихо, тихо. Да ё-моё, как же тебе попасть-то? Опа, тихо, тихо. Все, готов. Следующий. О, вот уже два. Два таких мини-лазерных пасти. О, еще три. О, ребята, сколько у вас там много-то, а? Ну все, всех уничтожили. Монетки я забираю себе, я их заслужил. Так, что-то я чуть не перевернулся. Так, следующие чуваки. Ох ты, какие они злые, смотри, а? Какие они... Надо отступать. Надо отступать. Слишком их много. Слишком их много, и они какие-то все очень настроены. Злые очень. Так, я хочу второго босса посмотреть, как он выглядит. Так, надо будет еще одного уничтожить. Танка. Только где он? Что-то я не вижу. О, такой средний танк. Большой такой. Не маленький, точно. На, получи. Есть, уничтожили. Сейчас будет босс, ребята. Теперь у нас не просто необычный. Обычный легион едет. Я думал, будет опять-таки лазерная пасть какая-нибудь. Нет, лазерная пасть одна была. Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. Все, хорошо, уничтожили мы наконец-то. Ладно. Едем дальше. Так, где у нас тут должно быть куча танков? Прям огромное количество танков должно быть. По идее. Да, вот, смотри. Три танка. Нате вам ракетки. Прикинь, никого не уничтожил. Да ну нафиг, ракетами своими. Как жалко.
Вот сейчас их много, прям. Сейчас бы эти ракеты не помешали бы нам. Так, сколько вас там, вот этих, с лазерами. Вот, смотри, сколько, целых два штуки. Все, ну главное, я монетку забрал, все, до свидания. До свидания, уже 800 монет почти что мы заработали, ребятушки. Давай посмотрим, сколько мы вообще взяли. 260 монет, вообще хорошо. Да, видите, ребята, мы открыли крушитель Луны. И патруль джунглей мы откроем с вами в следующий раз. Будем копить денежки на патруль джунглей. Да, Лига испытаний, что это такое? Когда она будет? Ну ладно. Будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А также пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.